Здравствуйте, друзья. У меня были очень насыщенные дни. Спасением птиц, покупкой препаратов, необходимых для лечения. Поэтому немножко я вот задержалась с выпусками. Ну, исправляем эту ситуацию. Сегодня хотела бы поговорить по поводу приручения. Потому что были вопросы про приручение птиц. И я решила осветить эту тему в кои-то веки. Ну, первый вопрос, который вы должны осветить для себя лично, насколько актуально приручение птицы. Если эта птица на выпуск, вы ее взяли на лечение и планируете ее выпустить на свободу после лечения, то никакого смысла в приручении нет. Напротив, нужно как можно меньше проводить с птицей времени, чтобы она не привыкала к человеку и как можно более дикой оставалась. Тем будет проще этой птице потом интегрироваться снова в свою среду. Если же эта птица инвалид, которой жить с вами отныне и вовеки, то тогда, да, есть смысл заморочиться на приручение. Это будет удобней и для вас, и меньше стресса для птицы в дальнейшем. Тогда это хороший вариант. Если же это птенец, которого вы приобрели, попугай или еще какая-то другая птичка, ну, это уже другая совершенно история. Я ее не буду касаться, домашней птицы. Мы сейчас говорим о дикарях, которые вынуждены проживать с человеком по той или иной причине. Сразу начну с того, что проще всего приручить, конечно же, маленького птенца выкормыша, которого вы возьмете на выкорм, будете кормить его как мама с папой. Естественно, он к вам привыкнет, естественно, он запечатлеет этот момент у себя в голове. И с этим птенчиком проблем не должно быть вообще в принципе. Потому что он изначально будет вас воспринимать крайне положительно. Я бы сказала, что такого птенчика придется отучать от себя. Скорее так. Взять нашего голубя Ише, который именно таким птенцом и оказался у нас на руках. Мы его кормили, мы его не приручали, мы с ним не проводили время, мы с ним... Ну, как-то так вот прям не взаимодействовали плотно. Конечно, мы его проверяли, там смотрели, как он, что он, но не более того. И тем не менее, птенчик очень стал ручным. Когда настало время учить его летать, конечно же, у него первый полет, как я уже в одном видео о нем рассказывала, был ко мне на плечо. И с этих пор мы поняли, что птичка, которая ходит за тобой по пятам, целуется, прыгает на голову, на плечо, наверное, скорее всего, должна остаться дома. Такая у него судьба оказалась. Но он, собственно, не жалеет вообще, по-моему, ни минуты о своем выборе. Опять же, это от характера птицы зависит. Были пескуны, которые, так сказать, не приручались, с большим удовольствием махали нам на прощание крылом, и максимум это вот они прилетали на окно поживиться по привычке кормиком, ну и все. Вот это самый простой способ получить ручную птицу. Но, опять же, оговорюсь, специально этого делать не нужно. Не нужно брать из среды птенцов, чтобы их приручить, чтобы у вас был друг-соратник. Пусть лучше у вас будут друзья, люди, или собаки, или кошки. Все-таки птица, она более дикое животное. Вернее, птица есть более дикое существо, нежели животные млекопитающие, такие как собака и кошка. Поэтому настоятельно не рекомендую брать из среды птицу специально для того, чтобы ее приручить, и она у вас была другом, скажем так. Второй вариант, и в нем будут подварианты, мы берем за основу взрослую птицу, которая
по тем или иным причинам попала к вам в дом и которая будет вынуждена жить с вами вместе. Но опять же повторюсь, если это вольерное содержание, то приручение не обязательно. Если это содержание в голубятне, естественно, не обязательно приручение. Достаточно того, чтобы птица привыкла к местности, поняла, что вот здесь вот ее кормят, здесь ее дом. Этой темы мы тоже не касаемся. Если птица живет непосредственно с вами, ходит на осмотр ко врачу, лазит у вас по комнате и всячески близко там общается с вами и с членами вашей семьи, конечно, следует ее приручить для того, чтобы она была более адекватной, для того, чтобы она не стрессовала, для того, чтобы для нее не было стрессом поход к врачу или поездка, там, например, на ту же дачу, приход к вам гостей, чтобы она все это нормально воспринимала, не бушевала, там, не сшибала ничего и не травмировалась. Так вот, есть варианты. Ну, классические варианты, как мне врач тоже говорил, извиняюсь, это приручение к корму. Но если вы, так сказать, кормите птицу регулярно, и для нее это must have, то насытый зоб, это не очень хорошо получится. То есть надо немножко дать птице почувствовать голод. Ну, это, например, не дать ей корм привычно с утра. И потом просто взять этот корм, насыпать в руку, предложить ей. Такой вариант. В принципе, как бы птицы на это быстро соглашаются, но если мы особенно говорим про голубей. Более того, замечу, что сизари легче и проще приручаются в том смысле, что они быстрее соображают, они более хитрые, чем домашние гули. Они смекают, что как бы им нужно делать, чтобы получить этот заветный корм. Вот, казалось бы, дикая птица с улицы, но вот она более лобильная, нежели те же самые породные гульки, которые изначально вроде как настроены положительно, они не шугаются, они куда-то не ломятся, не летят, более спокойные, но вот в плане приручения они могут быть более тугодумными. Потому что для них человек это как бы, ну, ходячая кормушка. Он должен, он обязан. Не то, что человек ему делает одолжение, а у них как бы уже это априори понятно, что человек, он принесет корм, и все, это его обязанность, никаких других вариантов быть не должно. И зачем тогда вообще в принципе приручаться, и зачем общаться с человеком? Да, они более расположены, скажем так, к человеку, и если они, например, интересуются человеком, если они с ним общаются и сами садятся на руку, то это хорошо, и значит, птица, в принципе, не требует какого-то дополнительного еще танца с бубнами. Но если изначально это птица из голубятни, где она видела человека, только приносящего корм, и больше как бы ничего, и не хотела бы с ним общаться как-то ближе, вот тут вот могут возникнуть проблемы немножко больше, чем с сизарями. Это вот по моим наблюдениям. У нас была белая, ну она и есть белая голубушка. Она изначально была совершенно дикой. Она клевалась, шипела, совершенно не хотела с нами никак контактировать. Убегала, улетала, когда приходило время давать ей препараты. И переломный момент у нас произошел тогда, когда появился супер-пупер ручной голубенок Еше Сизарь. И когда он начал с нами контактировать и показывать, как он наслаждается этим взаимодействием, она тоже начала смекать, что голубенок не дурак, что интересно было бы тоже действительно пообщаться. И вот таким образом общение с другой птицей, более ручной, может повлиять на мнение неручной птицы, если она видит, если у нее на глазах происходит
этот вот дружественный контакт. Это, опять же, вот по моим наблюдениям, я, ну, никому не навязываю их, это лично мой опыт, который дал положительные результаты. В итоге эта белая голубка неотступно следует за мной. Лучший друг, просто не разлей вода, она, ну, постоянно и в ногах трется, постоянно ходит по пятам. Вот настолько она вот поменяла свое мнение диаметрально и стала мега ручной, даже еще более ручной, чем голубь Еше. Голубь Еше, у него все-таки прорезался такой мужской характер, Сезарий. И он, конечно, он слушается, он ручной, но все равно он у себя на уме, скажем так. В общем, я наговорила кучу всего. Если подытожить и сказать кратко, то проще всего приручаются птенцы-выкормыши, они уже изначально получаются ручными. Второй вариант – птицу приручать на корм, когда у вас в руке находится корм, и птица понимает, что вы есть благо для нее. Она постепенно привыкает к руке, начинает садиться на нее. Третий вариант – это показать птице, что с вами общаются другие ее соплеменники, что им это нравится, доставляет удовольствие и со всех сторон позитивная история. Еще один немаловажный момент – никогда не нужно силой принуждать птицу к общению. Вы должны постепенно начинать свое взаимодействие с ней. Как только вы видите, что птица очень сильно начала напрягаться, вы сразу же убираете руки, оставляете ее в покое. В этом деле главное не напор, а терпение. Вы постепенно, методично приближаетесь к птице, говорите с ней. Очень важно издавать там нормальные человеческие звуки, говорить с ней ласково, не кричать, не громко, чтобы птица понимала, что вы не накинуться на нее хотите, что вы не хищник, который крадется к ней, а что вы позитивно настроенный человек, который хочет с ней по-доброму пообщаться. Поэтому никакого насилия, терпения, еще раз терпения. Все только спокойно, позитивно, не через насилие, не через усилие. Если видите, что птица прям никак в штыки не готова общаться, это может быть и день ото дня большая разница. Сегодня она больше настроена, завтра меньше настроена. Так вот, призываю, что не нужно силой заставлять ее общаться с вами. Если она, например, сегодня хочет побыть одна, чтобы ее не трогали, то не стоит настаивать на своем. И вас непременно, рано или поздно, ожидает успех. Скажу так, что голубь Еше очень быстро приручился, то есть он сразу стал ручным, состояние птенца, скажем так. Голубочка белая у нас приручилась спустя год, когда появился Еше. По остальным ребяткам, ну, на самом деле, просто сейчас вот я занимаюсь приручением черной голубки Амриты. Хотя, кстати, я до сих пор, ну, не очень уверена, что это голубка. Ну да ладно, время покажет. Так вот, занимаюсь ее приручением, она не очень готова приручаться, но, опять же, будем ждать, надеяться, верить, сейчас она долечится, и, возможно, опять же, голубь Еше поможет нам показать ей, что общение с человеком – это очень интересно, здорово и весело. Остальные же товарищи Сезари хорошо приручаются, просто я их особо никогда не приручала, я их выпускала, скажем так. И они прекрасно понимают, где хорошо, где плохо, они садятся и на руку, и едят корм с руки, и практически каждый день я их вижу. Но это ребята очень хитрые, и они сразу чувствуют выгоду, у них чуйка такая хорошо развитая. Поэтому это отдельные совершенно друзья, с которыми
С одной стороны, и проще, и немножко сложнее, просто специфика такая вот. Если вы собираетесь сизаря выпускать, то смысла его, опять же, приручать никакого нет. Малышечка. Нежная, мягкая гулечка. Ну так постепенно привыкаем. Сначала не разрешала дотрагиваться до себя, не подпускала. Потом постепенно разрешила лапоньку гладить. Ну, сейчас вот можно в грудочку. А мой сладкий. Бока лапоньками не идет. Ну-ка. Нет, пока не готова, не хочет. Ну, извини, пожалуйста. Извини, мой хороший. Напыжилась, пыжик такой. Пыжик такой мой красивый. Ну, прости, пожалуйста. Но мы с тобой уже делаем успехи, да? Ну-ка, клюнешь? Клюнешь, малыш? Ну, ладно. Ну, хочешь, клюнь. Если хочется, клюнь. Ни в чем себе не отказывай, Мась. Ну ладно, ну ладно. Ну не страшно же. Не страшно, мой хороший. Не страшно. Ты ж такая красавица. Ну все, на сегодня достаточно пока. Не будем голубочку стрессовать. То, что она может вытерпеть, то как бы мы и делаем. Но уже сверх того не нужно. А вот это моя старая знакомая голубочка по имени Чайка. Ну, она сизарь вообще. Ну, поскольку беленькая, вот там ее муж виден, пестренький, он пиган. Вот. А это вот голубочка-чаечка. Ну, она уже, в принципе, наелась. Приходит каждый день. Очень умненькая малышка. Ну, вот чаечка там. Пиган виден. Такая пара уже известная, давнишняя. Стабильно они выводят птенцов. Птенцы беленькие тоже прилетают подкормиться. Вот. Я их подкармливаю, конечно же. Есть такие любимчики. Ну, кто-то пролеченный. Таких много. Ну, и вот такие. Вот я их, наверное, знаю уже лет 5, наверное. Красавчики. Чайка вообще ручная. Она любит на руке посидеть. А, вот это вот голубь черныш справа. Пиган слева. Вот злой он сегодня какой-то. Они вот дерутся сейчас, дурачки, вместо того, чтобы есть. Черныш пролеченный, у него были очень сильно поражены ниткой лапки, то есть там практически перерубили пальчики. Ну вот один пальчик, к сожалению, мы все равно потеряли, но в принципе ему это не мешает в его жизнедеятельности. Ну вот он и приходит подпитаться после этого, почему бы и нет. И вот мы его знаем уже где-то тоже около 5, наверное, 6 лет. Жену его знаем. Ну, сейчас что-то я не знаю, в последнее время ее не видать. Может быть, ее уже и нету. Не знаю, все-таки возрастные голуби по меркам улицы. А вот и Еше. Сидит на втором этаже. Отдыхает. Это его, кстати, комната. Но форточка сейчас закрыта. Он сидит, отдыхает после большого лета. Меня здесь не было, но мне сказали, что он здесь прям хорошо так полетал над участками. Сейчас сидит, отдыхает.
воображает себя уличным голубем. Да, Ишусь? Ушусь, ты дикий теперь, да? Ты теперь дикая птица? Дикая серая птица. Вот оно, счастье Сизаря. Походите пособирать всякую фигню. Вот это место его, конечно, влечет прям.